Ну, продолжают сносить дома. То садовые участки не там, то коттеджи строят, то «Газпрому» нужна земля. Слушай, зачем сносить? Зачем строили? Кто давал разрешение? Можете вы отметить границы, где ничего строить нельзя? Там, допустим, вода для пожара, газ проходит, электричество. Дайте свободную землю. Люди построили, живут, приходит бульдозер, сносим. Так нельзя.